ребята, правила дорожного движения запрещено идти по тротуару. На мопеде? На мопеде нет, мы сами не были. А что с мопедом? А что такое у вас? Машину поцарапал. Чуть, да черт такой. А с на мопеда это не никого. Tonight we'll light the wall of time, and we're breaking out the ordinary places. Famous, carry me home safely tonight. Здравствуйте, приятный проезд Тука. Вы движетесь сейчас по тротуару, пожалуйста, вернитесь на дорогу. Хорошо. Спасибо. Уважаемый, это тротуар. Сейчас просто реально опаздываю. Я живу вот здесь, на Светлановской площади. Понимаем, но мы принципиально просто никого здесь не пропускаем. Вызывай милицию. Ну, что давайте вызовем. Давайте вызовем. Парни, заканчивай. Нет, мы не отойдем. Я спокойный человек. Ты нарвешься на идиота, понимаешь? Понятно. Ну стрельнет тебе в глаз, ну и что-то сделать. Ну, зачем это надо? Мы здесь говорит. Не чтобы спорить, мы здесь чтобы сделать свое дело. Это бесполезно. Это не дело, это говно. Дай бог вам всем реально понять, что вы занимаетесь глупостью. Честно. Потому что это глупость, честно. Это ваше мнение, вы его высказали. Мы его услышали. Отойдите, ребят! Уважаемый, мы отойдите! Вы знаете, что по поводу тротуара? Чего? Почему правый тротуар? Очень хорошо, 2000 штраф я заплачу ГАИ. Не вам. Мне это не нужно. Отойдите отсюда. Не мешай. Давай. Отходите. Зачем вы его трогаете? Почему все стоят в трубке, а вы... Нормальный же человек. Я, да. А мы объезжаем так, как мы можем. Я сейчас разобью твою фотку. Разобью и пойдешь со мной в суд, как бы, с этим фотоаппаратом потому что это вмешательство в личную жизнь. У нас и будет так же, у нас будет. Ну, тогда будет. Позволяем. Да, но уже закон, ты знаешь, да, что уже закон продвинут о том, что все внешние камеры с лобового стекла убрать. Это касается видеорегистрации. Это касается и камер. Вот вы меня сейчас снимаете, вывалите это в нет. А потом завтра я вас поймаю и вам вашу кепку на одно место буду натягивать. Это бред. Нет, это реальность. Бред. Это... Я тебя умоляю, убери свою, пожалуйста, камеру, пока я тебя ее не разбил. Пускай она уберет свою камеру, не надо меня на видео снимать. Я же тебя разобью ее сейчас. Да все равно не снимаю. В целях безопасности, понимаете? Это снимается в целях безопасности. Знаешь, на самом деле, как бы вы спасибо скажите вот ему. Я бы вашу камеру сейчас раскрошил бы, дрова бы, блядь. Ну и уехали бы в полицию. Вам это нужно? Ну-ка давайте, дружненько, улыбнитесь. Вот, да. О, вот и вот именно. Вот. Я тебе твою мести сейчас, блядь, ёбну, блядь, разок. А вывалишь, стой. Вывалишь это все в нет, вот тебя я найду по фотке, понял? Успокойся, слушай. Все. Ну, уйди, так знаешь. Что ты? Вот.
ты кто такой? Ты кто такой? Ты кто такой? Снова выйти на ход сюда. Я сказал, что вы решите, я вас всех найду.